появился недавно, очень такой трудолюбивый, правда, худой очень, кашу мало ест, наверное. Ну, я ему установку дал подкачиваться после каждой тренировки, старается качаться, физически, короче, его не хватает, но очень трудолюбивый. А у меня самое главное, талант не имеет значения. Главное, что первый талант, я считаю, что это трудолюбие. Трудоспособный парень и такой в ударке хорош, в борьбе хорош. Остается мне поработать только над физикой его. А в остальном он, как и все дагестанцы, может все, рождаются сразу с первым разрядом во всем. В ушу со льда, в борьбе. Также и он машет ногами хорошо, руками и борется прекрасно. Все хорошо. Думаю, что если будет так же пахать, за ним большое будущее. Очень много на него ставлю, потому что работяга. Послушный и работяга. Это обязательная часть на нынешний момент всего того, чем мы занимаемся, потому что без этого никак. Нужно уметь, нехорошее слово, продавать себя, да, но оно, наверное, все-таки лучше охарактеризует, что нужно делать. Нужно уметь себя преподносить людям, чтобы они о вас говорили, чтобы им было интересно вас смотреть. Чем-то должны зацепить, должна быть своя изюминка, и над этим каждый боец должен думать, потому что это все-таки не просто любительский спорт, это все-таки элементы шоу, это история определенная, если человека присутствует. Люди должны говорить, как говорил один человек, у которого я тренировался, Никитин такой, если есть о чем говорить, то люди говорят. Если не о чем говорить, то люди не говорят. Не знаю. Ко мне так получается, что у меня времени не хватает узнать о них, о личной жизни, там, в смысле, о прошлой жизни. Там мало получается пообщаться. Из-за этого историю я его мало знаю. Наверняка там есть о чем поговорить. Да? Но то, что как его увидишь, так на смех тянет, это однозначно. Он ужасно смешной, и не знаю, он похож. Такой был, помню, какой-то американский сериал, там такой с носом, такой, с ушами, такой, как-то оно называлось, существо. Вот на него его напоминает. Да, такой смешной, короче. Я думаю, что с юмором там можно поработать. Он, да, он, проблем нету. Хотя он недовеска, абсолютно недовеска. 61 это не его, далеко не его вес. Он в 57-то, там ему пару-тройку килограмм нужно согнать. В 61 ему далеко недовеска, но я думаю, что он справится. Он пашет как конь вообще. Сколько скажешь, он еще делает больше. Он старается нагрузки, он знает, сколько я пашу, и старается выровняться по этим нагрузкам. Я ему говорю, ты сумасшедший, я титульники бьюсь по 5 по 5, зачем тебе это? Он, нет, вот как я, он вообще пришел ко мне во всей моей мотиваторской одежде изначально сразу и тренируется только в этом, ну, фанатеет, видно, парень, и пытается нагрузки тоже те же выносить. Я говорю, зачем тебе? Приходится меня останавливать. А это самое главное, если человек пашет, тренер может слепить с него что-то, да? Это самое главное, я думаю, что ему большие бои по зубам, и он может далеко пойти. Не проблема, вообще не проблема. А дальше больше, я думаю, что он спустится в 57, там он еще больше чудес натворит. Нокауты гарантированы, ждите нокаут. Вам спасибо, вам спасибо.